Тренер із 40-річним стажем, який виховав не одне покоління талановитих хокеїстів та футболістів. З нагоди ювілею Валерія Бермудеса до стадіону «Авангард» завітали його вихованці, друзі, колеги, вболівальники. Вітали відомого містянина справжнім хокейним святом, яке влаштували збірна ХК «Суми» та команда вихованців Бермудеса. У нас зараз проходить чествування нашого тренера і чоловіка, який стояв у істоках сумського хокею. Он единственный тренер детский, который воспитал немалое поколение ребят, которые играют до сих пор и работают тренерами в нескольких странах. В том числе его воспитанники – это и я, и ребята, которые работают уже футбольными тренерами, начиная когда-то хоккейными. Человек, который отдал очень много сил и времени еще при Советском Союзе. Он проработал в спортивном клубе «Фрунзенец» с 1972 по 1989 год, как хоккейный тренер. Потом реализовал себя как футбольный тренер во многих клубах, в том числе в «Металлисте» с Фоменко, знаменитым нашим земляком и тренером. Сам ювіляр також прийняв участь у поєдинку, відігравши перший період. Сделали этот небольшой товарищеский, дружеский, можно сказать, братский матч. Вот, он уже отыграл первый период, возраст, пошел переодеваться. Вот, мы надеемся, сейчас мягко, хорошо доиграем, покатаем шайбочку, отдохнем. Поєдинок проходив у рівній боротьбі. В перервах між періодами проводились хокейні конкурси, в яких брали участь вболівальники. Підсумковий результат основного часу – бойова нічия 7-7. У серії булітів більше пощастило збірній ХК «Суми». Але в таких матчах, говорять спортсмени, завжди перемагають дружні стосунки. Конечно, спасибо воспитанникам, всем тем людям, которые пришли сегодня поддержать отца с юбилеем, поздравить. Долгих лет ему жизни, конечно, здоровья в первую очередь, чтобы он всегда радовал своей той энергичностью, которой он заряжает в первую очередь людей, своих воспитанников, ну и радует регулярно своим тем желанием жить, радовать своим опытом, мастерством, как бы, ну, без этого никак. Он наша поддержка, наш пример для того, как нам нужно и жить, и работать, и в первую очередь относиться к жизни. Спасибо всем организаторам этого матча. Всем, кто пришел сегодня поболеть, увидеть человека, который, скажем так, 30 лет коньки не одевал. Ну и всем здоровья. Нині Валерій Бермудес працює в спортивному ліцеї-інтернаті «Барса». Минулого року його підопічні здобули срібні нагороди у дитячо-юнацькому чемпіонаті України. Олег Філімонов, Володимир Сурков, АТВ.